3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в 2005 году в память о жертвах одного из самых масштабных и самых бесчеловечных в новейшей истории России теракта. 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки в честь Дня знаний на школу номер 1 в североосетинском городе Беслан напали террористы. Более 1000 человек бандиты удерживали в заминированном здании школы почти 3 дня. Пленники находились в ужасных условиях, им не давали даже воды. 3 сентября был проведен штурм школы. В результате теракта погибло 333 человека, из которых 186 – дети в возрасте от 1 до 17 лет.